Хочу рассказать одну историю. Открываю как-то военный билет. Смотрю, правила. Там написано, что если вдруг что-то будет со твоей стороны случаться, ты должен в первых рядах встать и помочь на защиту своей родины. И как-то вдруг меня позвали. Поехал в какой-то лагерь. Смотрю, полиция стоит. Полиция, у него ленточка еще приклеена, черная машина это. Он посадил, пошел. В общем, такая история. Свалку открывают. Свалку открывают. В Татарстане, в Казани. 6-2. А, это телевидение. Телевидение на этой машине приехало. Да, да, вот туда нам, туда. Вы что, вы откуда? А? С Казани? Телевидение, да. С Казанска. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Вот и телевидение приехало. Вот и телевидение приехало. И вот мы тоже решили. Взяли тут с маленькой с собой, тут в магазине этот, всяких там сладостей уж покушать. Смотрим, неужели? Просто я не могу. В правилах написано, в правилах в военном билете, если ты вдруг не станешь на защиту своих родин, в первую очередь, ты будешь предателем своей родины. Так как у меня дед воевал, так как у вас всех, вы деды воевали, вы тоже должны заглянуть в свои военные билеты. Также и касается женщин, которые... Вот, вот, вот мы подъехали. Вот активисты. Вот, вот активисты, которые хотят этот... Вот телевидение с нами приехало, сейчас там будут ребята, будем делать, снимать. Все, ребята идут. Трактора стоят, работать им не дают, благодаря вот этим людям. Так что, ребята, это не ложь. Правда вся. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Очень хорошо. Мы не верили, что вы такие вот прям молодцы. Все женщины, смотрите, вот все женщины. Да, мы такие. Это охранник, ихний, это женщины. Даже чай предлагают тут, заходите. Смотрите, ни одного мужика нет, вот только женщины стоят. Как дела? Вот же мужчина. Мужчина, вот он, да, вот он уже. Знает, что его ждет в будущем. Даже погреться можно. Вот, ребята, приезжайте. Место найдут. Прикольно. Вот, смотри, вот. Смотри, что будет. Вот дорогу, видите, прекратили. Люди прям перегородили все. Чтобы вообще тут никто не ездил. Вот видите, под каким флагом они стоят? Не под Российской Федерацией. У нас Татарстан должен называться ТАССР, а не Российской Федерации. Вот под таким флагом и Татарстан. А вот техника стоит, народ не дает им работать. Не сидите, люди, дома, не сидите. Смотрим. Все вживую. Полиции пока нет. Она приезжала один раз, покричала и уехала. Так что, ребята, дров много, ждем лагерь. Конечно, не очень хочется в палатках жить на холоде, но деваться некуда. Они говорят, что они здесь не спят. Вот самый главный. А вы говорите, граждан СССР не осталось. Вот так вот вам.
Вот так вот, под таким флагом.